притча о взаимопомощи. Шел как-то раз домой один мудрец и видит. А ну-ка, буренка, давай еще немного! Эка тебе угораздило. Ну подожди, давай немножко, милая. Ну давай же еще немного! Ай, давай! Ах, не получается. Эх, сынок, вот ведь какая у тебя неприятность. О-хо-хо-хо-хо. Ну-ка. Надо ему помочь. Где же мои ученики? Эй, ученики! Опять в книжках возитесь? Где вы там? Мы здесь, учитель! Да, старейшина! Ты звал нас? Пойдемте, мои дорогие ученики! Нужно помочь одному доброму человеку! Ох, тяжела ты, буренка! Вот это да! Ну-ка, взяли! На счет три! Давай! Я вам безмерно благодарен за помощь. Спасибо вам, добрые люди. И что, сынок? Помогать людям — это великая радость. Спасибо вам. Ну как же так? Ну что за все напасти на меня? Что за наказание? Зорька, глупая ты корова, как ты туда попала? Учитель, старейшина, посмотрите! Там у того человека тоже корова провалилась в яму. Куда же вы, учитель? Ну как же мы ему не поможем? Да. Этому? О, нет, мои дорогие. У нас нет времени сидеть с ним рядом и плакать. Пойдемте. Эй, минуточку! Я не на это рассчитывал. Знаете, учитель, кажется, я понял, чему вы хотели научить этого человека. Да-да, день прошел не зря. Ничего себе! Хотите сказать, недостаточно сидеть и плакать, чтобы кто-то другой решил твою проблему? А?